Доброго времени суток. Как я обещал в предыдущем уроке, я вам хотел показать, как делается обложка для клипа. Заходим в Google, нажимаем картинки, и здесь пишем производное что-нибудь. Например, природа. Нажимаем поиск. Нам Google выдают картинки, но они все под лицензией. Здесь можно только сделать, что нажать на поиск, инструменты поиска, и нажать на вот эту кнопочку. Здесь лицензия на использование в некоммерческих целях. Некоммерческих на использование изменения. Можем нажать. И нам выпадают такие вот картиночки. Ну, не всегда бывает так. Я лично перехожу в другую программу и нахожу картинку, которая мне нравится. Ну, к примеру, вот это. Нажимаю «Бесплатная загрузка» и «Скачать». Я здесь не зарегистрирован еще, ну давайте введем капчу 112, так вроде. Нажимаем скачать. Здесь я соглашусь, ну давайте на рабочий стол. И нажимаем скачать. Все, нам здесь больше делать нечего, можем закрыть пока. Заходим в... Photoshop и берем, перетягиваем фотографию. Но фотографии нам нужен еще размер. Файл создать. И здесь пишем размер 1920 на 1080. Выбираем прозрачность, прозрачный фон и нажимаем ОК. Возвращаемся к картинке и создаем дубликат. Нажимаем вновь сюда и перетаскиваем картинку сюда вот. Вот и все. Теперь что? Здесь мы можем теперь написать что-нибудь. Нажимаем на вот эту кнопочку. Здесь можно регулировать скорость, то есть размер. Ставить, ну, как бы маленький размер. Ну, давай добавим сюда еще. Ну, мне не более. А теперь что мы можем сделать? Мы можем опять нажать, выделить все это и сделать шрифт другого цвета. Давайте сделаем шрифт вот такого цвета. Посмотрим, что получится. Окей. Нажимаем сюда. Ну вот. Что-то получилось. Теперь мы можем что сделать? Изображение. Вращение по часовой стрелки. Вот так получилось у нас. Опять мы возвращаемся, нажимаем на эту и
вставляем. Нажимаем сюда. Ну, что-то так выглядит. Теперь два раза нажимаем, щелкаем по это, по названию. Делаем обводку. Ну, как раз черное вроде подошло нормально. Сделали обводку, и теперь сделаем тень еще. Давайте добавим тени. Так. Можем в любую сторону. Давайте. Сделаем эту тень по ярче. Немножко. Нажимаем ОК. Здесь тоже нажимаем ОК. Здесь возвращаемся. Вращение изображения. Так, вращение против часовой. Ну, где-то так было. Приблизительно получилось. Можно поднять чуть-чуть вверх. Так, теперь мы это тоже так же. Нажимаем опять на и здесь. Так, где мы нажали-то? Давайте вот это выделяем. Вот так. Она будет выделили. Теперь мы здесь делаем, наверное, на 60. Давайте на 60 делаем и вводим текст. Ну, приблизительно так где-то мы сделали. Теперь два раза щелкаем опять по тексту. Обводка. Ну, вот так. Просто нажимаем и нажимаем ОК. Все. У нас обложка вроде получилась. Теперь как все сохранить? Нажимаем файл. Сохранить как? На рабочий стол. Здесь нажимаем сюда и вот этот формат выбираем. И нажимаем сохранить. Нажимаем ОК. Все, у нас сохранено. Теперь нам нужно все это перенести на компьютер. Как это сделать? Нажимаем браузер. Менеджер видео. Заходим. Информация, настройки. Нажимаем свой значок. И выбираем свой рисунок. Нажимаем открыть. И ждем. Вот появилась наша обложка. Нажимаем сохранить и смотрим, что у нас получилось. Вот такое у нас получилось. Чистим компьютер, текстлинер и здесь маленький текст.